Тут как раз еще жовики ютки тоже. Я с ними почил. Найти бдилочек каких-нибудь. Опа. Пролаг был на что? Найдите стадо. Стадо обычно создается на близах. Нет смысла в другом месте создавать стадо вообще. А, вижу комара. Да, комара вижу. Ну, типа, нахуй она нам нужна? Ну, только что зашла, типа. Ну вот, именно в этом месте, типа, спаунится Рекси. Погнали дальше куда-нибудь искать. Титан, мутная, Каратрайдер. Ну, я тебе так скажу, Бублик, обычно вся туса на этом серваке происходит именно на близах. И все? Ну да. Я ни разу, вот я на этом серваке почти месяц играю, я ни разу на другое место никуда не ходил. Типа. Ну, на ВВ тоже бывает, да. Птица разве что будет кто-то. Ну, найдем, может, кого. Да, я бы от ямы хотя бы пробежался по реке. Пойди там. Давай. Сейчас уже светлеет. О, Сабрек, смотри. Добрый вечер. Иди в лес, сворачивайте все. Кто у вас там? Только что заспался, да? Да. Засекай, Бублик, 2 минуты. Охуенно, ладно. Засекай 2 минуты, преследовать мы его не имеем права, но мы знаем, куда он идет. Засекаю. Не, Баука, не преследуй. Ну да, скорее всего, с этими затимится. Ну да, но там один адолт остался. И не куча еды. Ну да, доедать надо будет. Ладно, не повезло нам с этим садиком. Он убежал? Угу. Вот это правило я очень не люблю на этом серваке. Типа заспавнился? Ну, вообще, это правильно, мне кажется. 2 минуты. Чел заспавнился, и ты такой пизды ему даешь. Че? Пойдем за ним или нет? О, я же могу себя увернуть, если меня травояд убил. Или че, блядь? А, сап. А, все понятно. О, еще Адолт Рекс зашел. Прям сюда же. Дратуйте. Бублик, ты тут? На той стороне или на этой? На этой стороне. Бублик. Сейчас я сам засеку. 22-32. Короче, 22-34 можем нападать на этого Рекса. Это тут же. Агрессор. На другом рексе зашел, слышишь? Так. Какой план? Еще один сабик зашел, я вас понял. А, они сабиками бегать будут сейчас? Нет, вот Адолт идет, сейчас зашел. Это сабик зашел. Это те, которые откисли сейчас на близах. Но на Адолта мы сейчас, я тебе скажу, через 1 минуту мы имеем право на Адолта нападать. Он, который впереди идет.
А вот на Сабика еще надо 2 минуты посидеть. Так, 1 минута, как же долго ты длишься. Если мы сейчас на Долта нападем, другие не будут иметь права подключаться к бою. А, ну класс. Кайф плюс кайф. Здорово, народ. За кого играете? Здорово. Юта. Так, вы готовы? Да. Да. Юта. Сейчас вам скажу, подойдите. Будешь с нами? Все, погнали, погнали, погнали. Сейчас захожу. Он на близы пошел, давайте, найдите кто-нибудь его быстрее. Плову, если купить, котируется. Есть, да. У меня. Все, Баука, если можешь, кусай. Если ты его сейчас укусишь, никто не имеет права нам купить. Байкал, Лалан, да знакомая ребята. У него Сабик еще вот как раз. Ага, все. Там Сабика надо. Надо укусить кого-нибудь из них, надо укусить, чтобы второй Сабиш не подошел. Не уверен. У близов, короче, скайбот. Чего? Ну, у близнецов здесь, у доков. Понял. Все, укусил? Да. Все, заебись, четко. Или нет, да, кровь идет, все. Их двое типа. А, да. Вот с этими двоими мы имеем право сейчас драться. Они не имеют права помогать даже? С Рекс, если сейчас кто-то другой Рекс придет, он не имеет права подключаться к бою. Потому что визуального контакта боя у него не было. Рекс, Цера, Дилка, Нестер. Бля, они сейчас от леса будут, конечно, жестко. А, на спринте оба. Вы в лесу, что ли, деретесь уже? Ё-моё. Облик Сабик с второй стороны. Да, я видел, он меня пытался. Ушел обратно. Ликвид? Да. Места есть еще? Да, конечно. Вам можно зайти? Конечно. И это куда топится? У близнецов, у Бублика. Здесь сражаемся с Рексом. Видишь их? Да, вижу. Так, выдача товара. Это видно. А сколько здесь юток-то можно? Точно не знаю. 17. А, да? Офигеть. Лук у меня очень близко. Я вижу. А, сапи для него. Вы возле близов, да? Ну, он вместе с Павна, типа, да. Было бы заебись, если бы он был один. Одну. Тут Гиги и Рекс, короче, и Рексы. А вы Саба видите? Да, они оба. Да, да. Повернут Саб. Крутится. Жопа в жопу встал вообще, прям ровненько. Жопа в жопу? Да, да, да. Адолт на магу смотрит, а Сабик на меня. Прям ровно. Ну? Параллельно друг другу, прям. Ровненько. Да, ты прям сбоку. Давай я буду крутить от тебя его чуть-чуть. Я могу, в принципе, сейчас Саба забайтить. Давай. Мага, вы к мелкиве еще не заходили? О, не забайтился? Да. Найс. Амет. А. Мелкий Вей не заходили больше на цели? А, на тот, которого мы вчера играли? Да, да. Я, по-моему, не заходил туда больше. Че ребята говорят вообще? Вот сервера. Ну, сервак сам по себе неплохо. Правда, лимиты там очень странные. Ой, у меня тут дилка. Не, ну по лимитам там, в принципе, довольно неплохо сделали, с одной стороны. Экса. Можно 3 адолта путь. И 3 саба. И так же самое и 4. И 4. Саби кукус 3-4 дал. Сзади меня идет дилка, ребят, большая. Она идет со мной рядом. Бля, как я не попал? Он застрял.
Он застрял. Бля, еще 6 минут деактивации слота. Видишь он? Да-да, оба... А, оба, жопа-жопа, все, вижу. Сабик на картах, если что. Да, я понял. Тиму какая-то есть. Камней много. А, он прям на камень залез, лол. Можно адолт, в принципе, сейчас выпустить. Угу. Встает. Он смотрит в элит. Вот нормально. Неприятный тронер. Петрик не на месте? Не знаю, что-то долго не молчит. Неплохо. Ну, там просто Milky Way какие-то там говорил, бонусы будут. Чё-то не понял за бонусы, хочу просто уточнить. Опа, тут еще два ракса идут. Они же не могут напасть, да? Не-не-не, никак. Всё, кайф. Паука, слышь? Да. Слышь? Давай вот так сейчас стартанешь через лево, короче, через адолта выбегаешь и уходишь в лес. Если Сабик за тобой стартует, я его догоняю. А ты опять на джубике играешь? Я? Нет, Мамик. Как вчера, просто там жесть была страшная. Опа, опа, слышь, паука? Аккуратней. А почили тут. Я еще не дорожшим сабиком решил на фуловую церу кинуться. Прям на меня смотрит, урод. Ну ладно, два раза укусил, а потом все. Аджара гуджу, говорится. Буга, готовься, если что, в сабика ворваться. А, понял тебя. Хуя. Типа ты бешеный, конечно. Я могу ворваться, я. Ворвайся. Я не могу. Вот это я сейчас укусил. У меня тут еще один сабик. Он не имеет права. А можно его ебануть? Нет. Там давай, же давай, правило это... 1 минуты имеется. Типа, если ты за минуту не успел вступить в бой, не хрен туда лезть. Просто сбоку можно. Если даже у тебя не было визуального контакта, ты не имеешь права. Ну тут сабику плохо уже. Да, на вкус нормально. Я знаю, что долг пытается сделать. Вывести со своим стартом. А долг блидит? Не видите никто? Сейчас дождь, давай я посмотрю. Все маленькое. Сабик блидит, а долг вообще без царапинки. Кто это сейчас рядом со мной сел? Куда бублик делся? Я в смысле, я левее прошел. Адолт вообще этот, да как-то нахрен с Авиком, он без блюда. Савик пополз куда-то. Мистер, они оба идут. Савик побежал. Идут. Оба. Развернулись. В кустах сидят, слышишь, вас ждут. Адолт на картах. Оба в кустах, Бука, аккуратно. Прямо в елке перед тобой. Сабик. Я оба не вижу. Вообще. Адолт ходит туда-сюда, Сабик в елке сидит. Между Адолтом и Букой. Вот вижу. Между мной и Адолтом сейчас Сабик в елочке. Магали, может, на картах зайдет. Шевелится уже. Развернулся на магу. Все вижу.
Теперь вижу. Что, пацаны, аниме? Ой, похавать надо там. Ничего, похавать, нет? Скоро будет. Ой, блядь. Опасно было сейчас. Меня чуть не ёбнули. Не, Сабик, очень плохо. Да, он побежал. Соседний юг. Со мной сидит. Да-да-да. А долг чисто меня палить. Чё? Чё я не знаю? Сабик вытечет, типа, ему пизда уже. Так, ладно, похожу к стамину по регеню. Ты что-то ноль. Магали в твою сторону, Сабик пошел. Ну, Сабик меня не видит, а вот Адолт видит. Бежит она, Сабик. Что это, блядь, за круги он такие пытается? Хорош. Не попал. Что-то каленый такой. Поймайте мне бота. Чего, у тебя прям вообще по нулям? Да нет, а, ну пока ладно. Может, я найду. Сабик в елочке стоит. Ну да, Арексик меня Адолт не подпускает к ним. В смысле, а че у меня, блядь, слот деактивироваться не хочет? Адолт на кварты встал. Эту птичку поймайся. Или букву поймай. Ты Адолта видишь, публик? Да, вижу. Где, да, да, на да, там же, возле Сабика, елочки. Ой, Сабик стоит. На ТВС. Сабик куда-то пошел. Елочки также. Мордой к нам. А долг-то к тебе. Долг, как обычно, ко мне, да? Да, да. Сабик на картах или лег? Не, лег, по-моему. Тоже, мне кажется, лег. Не, он на картах, на картах, на картах, на картах. Сабик на картах. Адолт к вам идет. Да, видим, Балт. Видим, видим. Его видно, видно. Да стой! Мне бы еще Сабика видеть. Он прям под Адолтом. Он прошел по нему сейчас. В елочке сидит. Блять, ебучая. А сами бегает. Да, да, да. Ага, вижу. Кому пойти надо, нет? Для кого играем? За Ютка. Да шлюшка убегает от меня. А что, 3 саба и 1 Адолт? 2 укуса дал саба, еще 2 укуса дал. Уходят, вышли из леса. Не. Вышли из леса, говорю. Сабик точно вытекает, я ему еще 2 укуса дал. За тобой, Адолт. Не, не побежал. К воде пошли, слышишь? Да. Надо Сабика добирать. Блядь! Вот это максимально тупой мув был сейчас, в смысле. Что случилось? Я прямо в рот в Адолта забежал. Я просто не ожидал, что развернется. Да, убейте юдочку, которая там пищат. Мне кажется, Сабик вытечет. Должен. Разворачивай. Что-то вытечет. Давай, давай, бегай, бегай, бегай. Аккуратно, Адолт. Ну подождем, блиц.
Из голодной, что ли? Да, они резнулись так недавно. Что не голодать-то? А это кто там лежит, отдыхает? Алик? Лежит, отдыхает, я его съем. Там. Короче, я перезахожу. Давай, да. Тушка есть мертвая, да? А, вижу, пошла. Этот блидит все еще. Но он должен вытекать по-любому. Столько бегал с блидом. Ютка мертва. Адолт. А что там один адолт остался, Саб? Да. Угу. А адолт где? Второй. Я не знаю. А, там же, ну типа они же откисли, потом они перезашли обратно на Ракса, и мы тут встретили их. Так, я в бой вступать не имею права, но посидеть могу. А ты уже здесь? Типа очки кинуть? Нет, ничего, захожу. Че? Море, захожу. А... Кидай, Пати. Я много дилок вижу, а я вас... А, все вижу. Да, вижу много дилок. Да, вижу много дилок. Нахуя их реально, блядь, много. Мой раз, два, три, четыре. Четыре минимум. Это те, которые ниже. Их там 9 штук. Сабика, блядь, есть еще? Все, понюхаю. Отвали, да, левая. Да. Под ним меня... уже, да, капает. Меня просят отвалить. Это ты? Че, баблик вытащит? Ну, должен. Блит еще есть. Текает. Стало очень неудобно, потому что, ну, ютка же там плавает, как бы. Угу. А вот теперь не вижу бледа. Ну, типа, лужа осталась, а вот течет ли он, это уже хз. По-моему, нет. Это плохо. Ну я 10 минут похожу, я уже имею право потом. Так, куда я пошел? Ну, я пошел 20-50. Кого? Юдок. Зачем? В плане, не мешают. Ну, типа. Ну, не мешают. Я активировал наконец эту тварь. Захожу в игрушку. Давай, аккуратно. Бублик, сколько дал? Я не знаю. А, блядь, так тяжело. Ну, это хуйня, конечно, то, что возле воды можно, типа, такой хуйней заниматься, где ты плаваешь. А, слышишь, Баука? Да. Любой ценой давай ему садиться. Слушай, а говорят, если динозавр умер в воде, то им бан? Кому бан, блядь? Ну, там уже по-другому нельзя было никак.